Доброе время суток, здравствуйте, с вами Боди Кошелек. Сегодня я буду комментировать первую игру второго круга АФКП. Сегодня мы играем в гостях, а точнее Олимп Марьяненко. Видим мы нового игрока АФКП, это вратарь Мельничук Константин. И также мы видим у Олимпа новый игрок, Валентин Поклоняев, номер 8. Опасный момент, подача! Бэс удар! Ну! Бэс штрафной! Удар по воротам! Открывается счет! 1-0! Автор гола на ваших экранах. Билан подачу. Бэс удар. Бэс расстроен, махает ручкой. Говорит, блин, ну там гол был на ту. Бело с мячом. Дает Макарову. Макар принимает мяч. Дает Белану. Билан отматывает игроков. Бэс можно бить. А? Николчук догоняет. Ну даже кому-то, ну. Вратарь его жестко ломает. Наконечный штрафной. Удар по воротам. Воротник тащит. Михайлюк. Михайлюк, можно бить. Ну, левая. Тут. Вот тренер ФКП на ваших экранах. Билан возле мяча. Подает. Опасно. Михайлюк мог забить. Бэвс достает головой. И, твою ж мать, блядь. Беф сможет оформить дубль. Пробивает. Дубль. Записывает на свой счет Сергей. Даже не радуется. Хотя спокойно себе раз на расслабончике. Костя на месте. Мляски принимаешь мяч. Обигрывает. Дает Михалюку. Михалюк можно бить. Удар по воротам. Гол! 3-0 на табло. Забивает Михайлюк Стас. Карета на ваших экранах. Судья дает листочек. Первый тайм. Ждем второй тайм. Михайлюк, можно бить. Удар по воротам. Гол! Бэф штрафной. Удар по воротам. Удар по воротам. Гол! Удар по воротам. Гол! Удар по воротам. Гол! Удар по воротам. Михайлюк может забить третий гол. Можно бить. Удар по воротам. Гол! Счет на табло 9-0 в пользу ФКП. Свисточек второго тайма. И тут ФКП выигрывает со счетом Олимпа 9-0. Всем до скорой встречи. С вами был комментатор Бодя Кошелек.